Дорогие друзья, этот праздничный день, День знаний, я рад быть здесь, в Барановичском профессионально-техническом колледже сферы обслуживания. Вот уже более полувека в этом учреждении обучают навыкам, которые всегда будут перспективными и востребованными в стране на рынке труда. Потому что труд швей, художников-модельеров, модельеров-конструкторов, работников торговли, парикмахерских действительно приносит людям комфорт, красоту, радость и настроение. Но без этого просто сейчас нельзя. И, конечно, я горжусь вами, молодыми людьми, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную и нужную обществу профессию. Я искренне поздравляю вас, а также всех белорусских школьников и студентов, педагогов с началом нового учебного года. Жаркое, в прямом переносном смысле, лето закончилось, и пора направлять нашу энергию в созидательное русло. Для нас первый день сентября традиционно является началом нового трудового года, и не только в учебных заведениях. Часто мы выбираем эту дату для планирования и запуска новых проектов и программ в самых разных сферах. Всем пора включаться в работу. Родителям немало придется приложить усилий, чтобы новый учебный год стал для наших детей успешным. Учителя должны сконцентрироваться исключительно на профессиональных задачах. Каждый педагог будет под защитой государства. Так было и будет всегда. Но и от педагогов мы ждем большего участия в решении стратегических задач.